Всем привет! Ну и по традиции начинаем влог с отеля. Вот он! И сегодня мы с ребятами идем в Universal Studios Hollywood. 7 часов. Усталость ни в одном глазу. Да. Я завтракаю булочкой. Заглотыш. А мы едем по Голливуду. Включите хорошую музыку голливудскую. Universal Studios Hollywood. Это я иду по красной дорожке. Куда пизды, мэм? Мой билетик. Куча дежавю будет в этом видео. Показываем билетики. У меня какие-то динозавры, вот. Nintendo World. У тебя классный. А у меня парк. Классно, спасибо. Офигеть! Это же мир волшебников. Там волшебные палочки. Просто чёрт! Как это красиво! Вау! Сейчас мы идем в Nintendo World, он работает с самого утра, поэтому мы идем туда в первую очередь. Это самый новый парк, который недавно открылся. Мы уже несколько лет играем в Mario Party на Nintendo Switch. И это выглядит один в один, как будто это игра. Игра в реальной жизни. Это выглядит нереально красиво. Я в шоке. Я просто каждый раз в шоке. У меня весь ролик вот такое лицо. Потому что тут реально выглядит все так классно. А вот и первая очередь на аттракцион. One hour later. Мы в очереди стоим уже час. У нас вообще-то были фаст-траки, с которыми можно было не стоять кучу времени в очереди. Но мы об этом узнали только потом. Но сами линии ожидания по всему парку были супер красивыми, и вообще они являются частью развлечения. Идешь 3 километра зигзагами в очереди и любуешься супер красивыми декорациями по тематике аттракциона. Очень долго, но зато очень красиво. Антон, стань залупой! Не могу. Я уже залупа. Кринжи. Нам должны будут сейчас дать шапки, и мы будем кататься. Да. Мы ради этого стояли 1.5 часа. Надеваем шапочку. Мы покатались 2 минуты. Как вам? Такое себе. 2 часа не стоило ждать, но круто. Мне я немного расстроена, что реально мало, и если бы я знала, что там будет, я бы, наверное, не стояла. О, мерч! Мы купили мерч! Смотрите, какой у меня пакет. Красивый. Красивый. Мы купили значок и брелочек. Мы очень проголодались, поэтому пришли покушать. Приятного аппетита! Это Optimus Prime, это Optimus Prime! Вот так вот. Это Peach с Daisy прошли. Это Peach. Peach и Daisy. Мы сейчас будем кататься на каком-то суперстрашном аттракционе. Он связан с мумиями, пока непонятно, что будет. Ну, мы посмотрим. Типа, высокая скорость. Вот эта горка была реально классной. У меня прическа испортилась.
Там, короче, было так быстро, а потом резко остановились. У меня был рот открыт, и потом челюсть у меня щелкнула, начала челюсть болеть. Горка была с мумиями. Эта горка была классная. Мне понравилось. А вот здесь вот находится смотровая площадка на здания, в которых типа снимают фильмы и всякое вот такое вот, да? Да. А вон там играет в гольф огромные дяди. Там реально играют очень-очень богатые люди. О, это что, Тони Старк? О, вот ты тоже его видишь? Да. А вон там вот студия Warner Brothers, вот она. Вот где куют легенды. Ну и здесь тоже куют немножечко. Кукуют. Тебе. Смотри, на тебя похож. А теперь мы идем вот на ту горку. Эта горка будет по Симпсонам. Let's go, let's go. Нас закрыли в комнате, показывают нам мультики какие-то. Комната маленькая, душно. Там кого-то убивают. Это был аттракцион, где нам показывали большой мультик. Это типа было 5D. Самый классный момент, там, где нас всосала маленькая девочка. Подожди. Это звучит очень-очень странно. Короче, мы были во рту, нас всосали, а потом выплюнули и брызнули слюной. Это самый мой любимый момент был. И нас трясло. Да, но после аттракциона меня немножко подташнивает. Аттракцион был классный, мне понравилось, особенно тот момент. Тут пивнушка прям по мультику, вот она. Будем пить пиво. Мы вообще не любители пить пиво, но... Мы вообще не пьем пиво. Мы вообще не пьем. Пора по пиву, пора, пора по пиву, пора. Мечтает о пиве. Паша купил пиво. Для мамы Паши. Это квас. Паша купил квас. Ну как тебе? А можно? Мне нравится. Можно тоже кваса попробовать? Давай. Такой квасный вкус. Тебе вряд ли понравится. Поэтому мы пиво и не пьем, блин. Как это говно можно пить, я не понимаю. Оно кислое, горькое. Горькое, да. Пиво дизлайк. Теперь идем за мерчом вот сюда. Трусы. Паш, это, кажется, твой мерч. Паша, купи меня. Мини-кружка. А теперь мы идем к замку, наконец-то! Ура! Это Хогсмид! У меня аж дух захватывает, как это классно! Феликс и Фелицис! Алло! Это Хогвартс? Да, я вас слушаю. Это пушишки! Я сейчас играю в Хогвартс Легаси, и там есть пушишки. Они мурчат! Это не пушишка, это опухоль. А пухшишка. Это пусиськи. Это шоколадная жаба. Ну, 124 доллара. Дорогуша, конечно, ты дорогая. А это бочка со сливочным пивом. Будем пить пиво. А это уже не алкогольное, это просто обычное. Я в Хогварте. Ты еще не в Хогварте. Я на улице. Сейчас я буду первый раз пробовать сливочное пиво. Ни на что не похоже вообще. Оно такое молочное, сладкое и не пиво. Вкусный коктейль. Вкусно? Как будто пепси с молоком. Почти, почти. Это получается рутбир с мороженым ванильным, но специальным. Да, похоже. Нравится тебе? Очень вкусно. Я ставлю лайк. Вкуснее, чем Дав. Я думал, что это будет реальное пиво, а это... Сливки какие-то, мороженое. Да. Мы напились, теперь пойдем гулять и покупать мерч. Это Хогвартс на ладошке. Он гораздо больше, чем Диснеевский замок. Мы сейчас будем подбирать волшебные палочки. Я волшебница, Гарри. And say Lumos. Lumos, very cool. Шоу просто классное было, оно
Прям, я чуть не расплакалась. Оно прям так по-настоящему было. А сейчас мы хотим повыбирать палочки, может, даже себе что-нибудь купим. У вас 3 секунды, чтобы угадать, где чья палочка. Вот первая, вторая, третья. Пишите в комментариях. 1, 2, 3. Разбираем. Вот это моя. Это мое. Ставьте лайк, если угадали. Но если не угадали, тоже ставьте. Аллаха моря. Колдую подписку на канал. А кто не подписан, тот магл. Колдую маленькую жопу. И маленький писюн. Ребята сказали, что она мне очень подходит, поэтому я решила ее выбрать. Напишите в комментарии, подходит ли эта палочка мне. А мне можете не писать, я знаю, что подходит. У Паши самая маленькая. Где-то на официальном сайте я проходила тест, к какому типа факультету я отношусь, и мне тест сказал то, что я Слизерин как бы. А я Пуффендуй. И я тоже Слизерин. Я хочу мантию. Пошлите искать мантию и тратить все свои бабки. Переодевалу. Экспекто переодевалу. Я просто безмерно счастлива. Она просто... Я как будто в ней родилась. Она такая классная. А еще у нее такие глубокие карманы. Вот. Сумочка бездонная. Кстати, тут есть волшебные туалеты. Там есть динамики, а в динамиках голос Плаксы Миртл. В женском туалете она типа что-то говорит, такая щебечет. А в мужском туалете... Ну-ка расскажи, ты уже второй раз туда сходил. Что в мужском туалете? Она стонет. Она прямо она стонет. Гарри! А женская, она просто такая, типа... Гарри Поттеру. Было классно, меня чуть не стошнило, но было очень классно. Там были дементоры, как будто реально настоящие. Я так, вот так вот тебя. Вы не представляете, насколько это круто. Типа, я забыл, что там я нахожусь на аттракционе, я думал, я вселенной Гарри Поттера, я летаю. Очень реалистично, очень классно, очень класс. Офигенно, супер. А тут, походу, мы будем просто кататься на американских горках. Время уже 3 часа, мы тут с утра гуляем, и в целом мы пока не устали. Сейчас мы пойдем на тур, там будет типа мини-экскурсия, показывать, как что снимается здесь. Нас посадят куда-то и поведут. Покажем все, что сможем. Это была полуторачасовая экскурсия на автобусе. Сели в машину, покатили. Сначала нас повезли на площадке со зданиями, которые были построены для больших съемок. И на экране нам показывали кадры из популярных фильмов с этих площадок. Мозг немного ломался, потому что мы видели этот дом в жизни, а потом на экране с голливудскими звездами. Они построили целый город с разными зданиями в разных стилях и под разные времена. Просто огромная съемочная декорация. А дальше нам показали коллекцию машин из разных фильмов. Например, вот фордик из Гарри Поттера и машины «Назад в будущее». Все вот эти вот прекрасные машинки снимались в фильмах. А я нет. Грустно. А потом нас затопило. Шучу. Это нам показали спецэффекты для кино в реальной жизни. Притом девушка-экскурсовод постоянно нас троллила, что это у них случайно прорвало трубу или случайно сломался потолок, все обвалилось, началось землетрясение, все загорело, заполыхало. А это мы тут решили погреться об костер. А вот тут приехал поезд и сломался напополам. Ну и нас снова затопило.
Вот это спецэффекты, я понимаю. А потом нам показали реальный огромный самолет, который выкупил Стивен Спилберг и сломал до 3-минутной сцены в каком-то своем фильме. Честно говоря, я даже не знаю в каком, но выглядит ужасающе и очень завораживающе. И еще тут был какой-то сломанный дом, тоже для съемок. И в общем, эта экскурсия была очень классной. Нам очень понравилось. Лайк. А потом мы пошли дальше гулять по парку в те места, куда еще не успели дойти. Мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Ну и вечером мы решили, конечно же, вернуться в Хогсмид, чтобы попробовать поколдовать своими палочками. Там были такие интерактивные места, где можно по инструкции помахать палочкой, и будет магия. Magic. Чего вы такие дворакала? Не все получалось с первого раза, но потом все равно получалось. И мы классно провели время. Она была волшебницей. Опа, наколдовала кальян. Хорош. Я открыла дверь вот этой палкой. Ты волшебник, Гарри! Так не дерутся! Вот так. Мы научились колдовать! Абракадабра! Мы купили еще мерча, вот такие вот значки и брелочек на ключи. Я очень рада, они классно выглядят, смотрите. Все аттракционы мы перепробовали, перекатались, все посмотрели, переходили, время 10 часов уже. Я очень довольна. Universal Studio, это вообще, это очень круто, такой подход к деталям. Мы не хотим уходить с Хогсмида, тут слишком красиво. Можете нам тут квартирку купить? Я хочу тут жить. Короче, большой лайк, я просто очень счастлива. Классно было. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Добра вашему дому. Пока.